Всем привет! Сегодня у нас будет прямой эфир. Так, приглашаю нашего спикера в беседу. Минуты и начнем. Сегодня у нас будет очень интересная лекция от директора армянской школы. Добрый вечер, Эдермен. Здравствуйте. Подождем пару минут и начнем сегодняшний с вами эфир. Сегодня вести директор армянской воскресной школы Багдасарян Армен, где он вам расскажет об освобождении Шуши в боевых действиях во время Нагорно-Карабахской войны. Приглашайте своих друзей, пересылайте ссылку на эфир. Буквально через 2-3 минутки мы с вами начнем. Как у вас дела? Так, дядя Армен отключился. Сейчас добавим обратно. Ага. Все. Все хорошо, дядя Армен? Да, я вас слышу, нормально все. Все прекрасно. Ну, подождем еще немного. Люди заходят. Сейчас мы их проинформируем. К сожалению, эфир планировали провести через Они Армении. Там небольшой сбой произошел. Поэтому эфир проведем вот в таком формате. И уже непосредственно будем говорить об этом всем. Главное, что состоялось. С какого сайта, это уже не важно. Это уже хорошо. Язык сегодняшней, получается, нашей беседы будет русский в основном, но на армянском мы тоже будем говорить. Вот. Для вас подготовил материал. Армен, он все расскажет. Я думаю, можно начинать уже. Эфир уже идет. Люди будут подключаться. Эфир мы в любом случае сохраним. Любой желающий сможет его пересмотреть. Начинаем с того, что сегодня как бы праздник. 9 мая мы отмечаем и день Великой Победы, и день освобождение Шуши. Поэтому очень важно поздравить наш народ с этими знаменательными датами, поскольку наш народ принял огромный вклад в эту великую победу. И хочу особо поблагодарить Аветисян Лианну Симаковну, которая вчера нам предоставила огромный материал по этому вопросу, как армяне приняли участие в Отечественной войне, и сколько у нас было маршалов, и много интересного. Особая благодарность ей. А мы сегодня будем говорить об освобождении Шуши, но хочу начать вопрос не только Шуши, а маленький экскурс провести по всему Арцаху, с чего и как все началось, и почему дошло до того, что нам пришлось отвоевать Шуши и целый Нагорный Карабах, наш Арцах. Арцах является неотъемлемой частью исторической Армении. В эпоху Урарту, 9-6 веках до нашей эры, она была известна под именем Уртеге, Урдегини. Об Арцахе как части Армении есть упоминание у Страбона, Клавдиуса и других мировых историков, которые в свое время упоминали в своих работах Арцах и в целом как Армения. Но дальше, первое, что после разделения царства Великой Армении, это в 387 году, Арцах стал частью Восточного царства, которое вскоре подпало под господство Персии. В это время Арцах был частью армянского марспедства, потом в период арабского господства, частью наместников Армении. Арцах являлся составной частью багратидов в 9-11 веках и потом армянского царства Захаридов в 12-13 веках. В последующих веках Арцах
подпал под влияние различных завоевателей, арабов. И в конечном итоге Арцах в 1804-1813 годах по Гюлистанскому мирному договору Арцах присоединился к Российской империи. Потом происходит досоветский период. Нагорно-Карабахский конфликт возник в 1917 году в результате развала Российской империи. В период формирования закавказских государств это Грузия, Азербайджан и Армения. Поначалу было одно государство, Закавказская Федеральная Демократическая Республика. Но поскольку она долго не продержалась, она распалась на три отдельных государства. Это Армения, это Азербайджан, это Грузия. Ну, как нам известно, это все произошло уже в 18 году. И в 1917 году на территории Нагорного Карабаха, ну, Нагорный Карабах – это уже советский термин. Для нас оно есть как Арцах. И она как была для нас Арцахом, просто в советское время переименовалась как Нагорный Карабах. И... Эту тему для нас уже закрыта. Мы, особенно политики, уже употребляют только слово Арцах, поскольку у нас уже Арцах, Республика Арцах, не Нагорный Карабах. В 1917 году постепенно на территорию Арцаха начинают входить, жить люди тюркского происхождения. До 17 года 94% жителей Арцаха были армяне. Уже в 17 году их стало побольше. И возникли, поскольку Армения после геноцида 15 года была очень ослаблена, хотя в 1918 году, когда сформировались эти три государства, Арцах, как и история повторяется, мы это тоже в 91 году. Арцах, как составная часть Российской империи, провозглашает свою независимость от Российской империи, потому что империя распалась, советская власть в России только формировалась, и на этой территории в то время сформировалась тогда еще республика. Самостоятельное правительство, получается, в этот момент было там? Там сформировалось все, в это время все атрибуты государственности у Арцаха было. Флаг, герб и войско. Это особое значение имеет, поскольку они утвердились на том. И после того, как эти три закавказские государства определились как отдельные государства, там началась этническая чистка. Азербайджанцы нападали на армянские села и устраивали грабеж и выселение населения. Вот именно из Шуши было изгнано и убито 40 тысяч армян. Это уже после геноцида 15 года. Эти политические и военно-экономические вопросы очень отразились на армянство. Но вопрос Нагорного Карабаха, Сюника, Зангезура и Нахичевана так стоял перед армянами как жизненно важный фактор, чтобы удержать свою государственность, удержать свою независимость и удержать нацию. Особое значение имело то, что после
после того, как эти закавказские государства стали отдельными государствами, вот вопрос о создании отдельных государств, Армения провозгласила свою независимость в 1918 году, и мы отмечаем этот праздник как день первой республики. И здесь другой фактор имел огромное значение, что в 1917 году революции в России, после этого Советская Россия уже претендовала на все те земли, мы все территории свои, империи, да? Территории, которые были при Российской империи. И здесь получилось так, что в 1920 году уже формировалось, в 1920 году, когда в Армении уже пала Первая Республика, и в ноябре 1920 Армения стала советской. И 11-я Красная Армия со стороны Азербайджана вошла в Армению и провозгласила Армению как советское государство. Можно задать вопрос? Один вопрос? Вот спрашивали люди. Я изначально, как понял, то есть вот из рассказа, в принципе, существует большое историческое свидетельство от многих достоверных источников о том, что в то или иное время Арцах и вот эта территория принадлежащая, да, ей была в составе Армении, либо как-то имела связь с армянами. То есть армяне проживали на этой земле, и есть об этом большие свидетельства. Свидетельство есть... огромное и культурное, и то, что на этой территории археологи работали и находили такие экспонаты, которые именно создают и утверждают, что на этой земле жили армяне не один год и не один век, это доказывает изначально и не самый знаменитый факт в том, что одна из исторических памятников, город Тигранакерт, маленький Тигранакерт, который еще царь Тигран Великий построил, сейчас находится на территории Арцаха. Это важнейший факт, подтверждающий, что на этой территории испокон веков жили армяне, и это неопровержимое доказательство того, что они исконные жители этой территории. Я в прошлом году как раз-таки в Арцахе, на Керти, тоже видел очень много такого рода свидетельств, очень много памятников культуры, которые действительно поражали своей древностью, своей историчностью, и то, сколько там проживают люди. Эти памятники говорили за себя, то есть стояли многовековые храмы, многовековые сооружения, и действительно это было очень важно увидеть вживую, чтобы утвердиться в этом и понять. Вот недавно мне задали вопрос, тоже хотел бы к вам направить сразу. Есть такая версия, что новоиспеченная советская власть в качестве вознаграждения передала часть вот этих территорий Нахичевана и Нагорно-Карабахской республики в состав Азербайджанской ССР в качестве благодарности, так как Армению, да, тогда Первую республику, и Грузию удалось советизировать как раз-таки через Азербайджан. Вот. То есть хронологический вот этот путь исторический, как он шел, и действительно ли можно принять вот этот территориальный вопрос как отношение вот тогдашних властей в качестве благодарности. Я вот именно с этого и продолжу. Установление советской власти в Закавказье сопровождалось созданием новых политического порядка. Советская Россия также признала Нагорный Карабах спорной территорией между Арменией и Азербайджаном. По заключению августа 1920 года соглашение между Советской Россией и Армянской Республикой российские войска временно обосновались в Нагорном Карабахе.
Сразу после установления советской власти в Армении 30 ноября 2020 года Ревком, революционный комитет Азербайджана, главный орган большевистской власти, свои заявления признал территории, на которые ранее претендовал Азербайджан, Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичеван неотъемлемой частью Армении. Это Азербайджан признает документально, исторический факт, подписанный. Это то есть начало 20 века, правильно? Да, да, да. Вот это именно факт того, что это было. Национальный совет Азербайджанский ССР на основе соглашения между Ревкомом Азербайджана и правительством Азербайджанской ССР и Армянской ССР декларации от 12 июня 1921 года провозгласил Нагорный Карабах неотъемлемой частью Армянской ССР. То есть и Армения, и Азербайджан, эти отдельные субъекты советского государства признают факт, что Нагорный Карабах, Нахичеван и Зангезур – это составная часть Армянской ССР. Но здесь главный фактор в том, что в 1921 году, вот 4 июня, Тифлисе, Тбилиси, в Грузии, собирается совет, представляющий Советскую Россию, Азербайджан и Армению. Там туда едут из Азербайджана Нариманов, глава Азербайджана. С армянской стороны идет Александр Мясникян. Делегация приходит, и главный там в делегации, кто... Это мероприятие должно было произойти, заседание. Был Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин. Вот 4 июня они подтверждают то, что уже и армянская сторона, и азербайджанская сторона подтвердили этот факт, что эти территории остаются исконно армянскими и принадлежат армянскому СССР. Но... Что происходит в ночь 4 на 5 июня 2021 года, история об этом умалкивает. Вот здесь идет ваш именно вопрос, в знак благодарности чего и кого, это никто толком не понимает. Поскольку центральный... Вот... 5 июня решение, принятое предыдущий день, было пересмотрено и было принято принудительное решение включить Нагорный Карабах в состав Азербайджана, формировать на этой территории автономную область в нарушении даже действующей процедуры принятия решения. Это является прецедентным правовым актом в истории международного права, когда партийный орган третьей страны без права и полномочий определяет статус Нагорного Карабаха. Азербайджанский и армянский СССР в декабре 1922 года были включены в процессе формирования СССР. И только на одной части территории Карабаха 7 июля 1923 года по решению Центрального исполнительного революционного комитета Азербайджанской ССР была сформирована Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджанской ССР. Чем, по сути, Карабахский конфликт был не решен, а временно заморожен. А в дальнейшем советское время были какие-то в 65-м году... Потом в 80-х годах армяне каждый раз голос поднимали, что надо этот вопрос обязательно решить, пересмотреть. Но советская центральная КПСС, центральная партия Советского Союза, как бы не обращала внимания на этот вопрос, поскольку таких вопросов, когда территориальных вопросов в бывшем СССР до сих пор не решенных очень много, и поэтому никто не хотел эти темы
начинать заново, потому что прошла бы волна таких же конфликтов, которыми, по сути, уже в 90-х годах стали свидетелями таких столкновений. Ну, так и произошло, получается. То есть они заморозили, да. Это осталось, и в дальнейшем, когда уже все распалось, один за вторым пошли эти все конфликты по бывшему Советскому Союзу. Вот если в 1923 году армяне составляли 94,4%, по данным 1989 года процент армян снизились до 76,9%. Политика выдавления армян прошла с большим успехом у другой армянской области, Нахичеване. Народ НКО и власть армянской ССР неоднократно обращались к центральным властям ССР по просьбе пересмотреть решение передачи Карабаха Азербайджану. Ну, вот мы получили то, что получили. Современный этап Нагорно-Карабахской проблемы началось уже в 1988 году, когда в ответ требований населения Карабаха о самоопределении азербайджанские власти организовали резню и этнические чистки против армян всей территории Азербайджана, и в частности в Сумгаите, Баку и Кировабаде. Мы эти дни отмечали, наша диаспора имела активное влияние, мы по всем постам писали про это, что мы не забыли это, и очень важно, чтобы мы лично помнили и чтили эти дни, отдать дань тем людям, которые погибли практически ни за что, только за то, что они этнические армяне. Я, дядя Армен, у вас хотел спросить кое-что. Вообще, если можно. Немножко интернет зависает, но надеюсь, меня слышно. Вопрос заключается в том, что и вообще из многих свидетельств, живущих людей, которые как раз-таки смогли избежать, да, гибели вот в те годы, когда были погромы в Мараге, там, в Сумгаите, в Баку, в Кировабаде. И, в принципе, общаясь с многими свидетелями, изучая политику ЦК тогдашнего, пришел к пониманию того, что, получается, была целенаправленная политика смешивания народа. То есть многих армян из Карабаха, Баку по льготным каким-то пособиям, прочим, и точно так же многих азербайджанцев отправляли учиться в Карабах. То есть такое было, то какова была цель? Действительно как-то приравнять все к одному знаменателю, сделать всех советскими людьми, и никто об этом и не думал. И смогло ли это действительно являться вот как раз-таки еще одним стогом, да, сена, так скажем, в назревающий конфликт? Карабетчан, ты вот затронул такую тему, что то, что этот вопрос как бы ты задаешь, но здесь факт в том, что это продолжается и сейчас. У нас есть же движение глобалисты и антиглобалисты. Вот когда да, я понимаю. Вера, национальность, культура, в паспорте у человека не написано национальность, он кто. Вот сейчас, когда получаешь российский паспорт, на место написано, национальность не обязательно. Это к чему ведет? Многонациональные страны, им не интересно, кто ты. Ты гражданин Российской Федерации, гражданин Америки. Интернациональным странам лучше, чтобы не возникало никогда национального вопроса. А Советский Союз, 1/6 суши, плюс Россия и эти 15 республик, им, конечно же, когда не идет речь о национальной идентичности, они всегда хорошо контролируются. А что касается Азербайджана и Турции, здесь у нас другой совсем формат. Почему? Потому что во время геноцида наших девушек увозили и принудительно выдавали жены мало, ну, не обязательно молодым,
женились турками. Почему? Вот потому что этническая принадлежность армянина, она достаточно высокая. Поэтому они путем ассимиляции, вот до сих пор это идет, ассимиляция народа под одно единое целое, это в Азербайджане сейчас тоже, вот этнический азербайджанец, я не знаю, кто вот такая национальность. Есть лезгины, есть талыши, это этнические жители этой территории. Аборигены, жители тех земель. А? Аборигены, говорю, то есть жители исконные тех земель, на которых они проживают. Да, да, вот они тоже сейчас... Вот армяно-азербайджанском конфликте что постоянно делается? Талышей и лезгинов отправляют на первую линию. И эти люди не хотят умирать за какую-то идею. У них своя горечь на душе, чтобы сохранить свою нацию, свою идентичность. Но на пушечное мясо отправляют перед армянскими войнами. И это... Так истребляют то население, которое молодые люди, которые дальше должны процветать, рожать детей и двигаться дальше. Вот именно таких и мы убиваем, по сути, на границе, если начнется какой-то конфликт. Но они же не хотят этого. Получается, в таком случае здесь двойное решение проблемы, получается, со стороны. То есть они, с одной стороны, подогревают ненависть к армянскому народу среди народов, которые не причастны к конфликту. Да, это те же лезгины, как вы называли. И также, получается, они в некотором роде решают свой демографический вопрос. То есть люди из страха пойти на войну уезжают из страны. И, в принципе, молодое поколение, которое должно вот рожать, процветать и думать о своем национальном единстве, оно умирает как раз-таки вот в этих непонятных ситуациях. То есть, ну, молодцы, что могу сказать. Решают демографические вопросы в стране. Мировая политика вот сильных. Вот наша самая главная цель, хоть и нас мало, но нас армянами, чтобы мы могли свое место найти под этим солнцем, и не быть слабаком, вот самое главное, чтобы вместо нас никто не решал. Мы это уже видели несколько раз, но уже пришло время, вот многие годы мы отмечаем к столетию, у нас появился новый лозунг. Помним и требуем, вот требуем. Вот нынешняя молодежь должна это осознавать и понимать. Вот на эту тему завтра будет отдельная тема. Вот, да, у нас завтра с вами эфир на эту тему. Поэтому... Так на чем мы остановились? Вот, мы остановились уже, начали войну. Сейчас как это происходило, как брали шуши, кто в них участвовал и как это все произошло. Вот именно с этой точки начинаем тему освобождения Шуши. Поскольку в 91 году война началась между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, но армяне как-никак не могли остаться в стороне, и со всей Армении, и не только Армении, из диаспоры люди подтянулись, приехали. Из Грузии были люди, из Абхалаки, из Чавахети. Многих, это мое поколение, я хотя не участвовал в военных действиях, но еще не дорос, но было бы года 2-3 больше, я бы обязательно там оказался. Но то, что в эти тяжелые годы после землетрясения, экономическая блокада со всех сторон, самые трудные для армянского народа времена, мы все-таки прорвались вперед, победили в этой войне.
и доказали миру, что мы имеем право жить на своей исконной земле. Освобождение Шуши осуществилось четырьмя направлениями. Одновременно атаками 2:30 ночи на 8 мая после захвата боевых позиций Кирса, взятия под контролем автодороги Лачин-Шуши залпом реактивной ракетной батареи ПМ-21. Военной операцией руководил командующий НКР Аркадий Тер Татывосян, легендарный нам известный командос. Его вот фото я уже видел, как наши ребята из Ани Армения перед церковью поставили. Вот было очень приятно это все видеть. Огромная благодарность выражаю нашим молодежи, которая это все делает и представляет. И, конечно, в соцсетях это все мы видим, но я лично там был и выражаю свою благодарность. Ребята, вы молодцы. Я горжусь вами, что вот достойное поколение после нас имеет право быть. И мы знаем, за что мы стараемся, потому что после нас придут еще круче парни и девушки, которые будут защищать свою идентичность, свою армянскую душу и все остальное. По большому счету, огромное спасибо. Продолжаем. В командных точках находились генерал-майор Дари Балтаян, Серж Саркисян, Балаян. Эти люди в строжайшей секретности разработали план по взятию Шуши. Оперативный план освобождения Шуши был разработан в главе Тер Татывосяна, командоса, разработка которого военные приступили сразу после освобождения Ходжалу. План был составлен в марте-апреле. После уточнения разведывательных группами местонахождения сил противника, его позиции и численных данных. Фронтовая линия атаки была около 25 километров. Это сумасшедшая цифра, если фронтовая полоса 25 километров. И то это когда регулярных воюем практически автоматами и несколько танки, бронетехники попадется. Это фронтовую линию 25 километров. Я как, ну, скажем так, бывший военный это все осознаю. Вот гениальность этого плана вот именно заключается изначально из этого. И самый главный фактор. На всем протяжении фронта, вот 25 километров, были созданы резервные войска. И они должны были вступить в бой, если на этой линии кто-то не успеет создать плацдарм, ибо фактически проиграет то, что он должен выиграть в этой ситуации. И вот колоссальность этого плана вот именно заключалась в том, что вот со всех сторон было тщательно обсуждено, приняты такие самые маленькие детали, были 100 раз обработаны, сделаны так, чтобы вот, блестящую военную операцию и в конечном итоге достичь. Вся процедура взятия Шуши длилась 26 часов. За 26 часов произошло столько много, столько интересного. Вот боевой приказ об освобождении Шуши был подписан 4 мая по следующим подробностям. Противник захватил позиции на возвышенностях Шуши. Живая сила составляет около 1200 человек. Около села Зарослу около 100 человек, а в Лисогорье около 300-350 человек. Направление Кесалара около 300 человек. Наша задача
разгромить противников в населенных пунктах Лисагар и Зарослу, Жансаган и Карагёк. Разгромить противника на подступах к Шуши, захватить Шуши, освободить его от зеленых. Условное название азербайджанцев – от зеленых. Ну, здесь уже это наши предки так решили, что они зеленые. В дальнейшем атаковать направление Пертадзора, освободить данный подрайон от зеленых. Основные силы сконцентрированы на Кисаларе и Лисагоре на подступах к Шуши по всей окружности города. Вот здесь очень интересный факт, что атака происходит по четырем направлениям. Но легендарный наш тогда еще полковник Пертадывосян не то что вот военная мудрость, в чем его заключается. Ему надо было максимально снизить потери армянской стороны. Ему не важно было убить много азербайджанцев. Вот самый важный фактор в том, что он это хорошо понимал. И это понимали все остальные наши полководцы и умные люди, которые разрабатывали этот план. Поэтому они оставили ту лазейку, тот коридорчик, откуда могли азербайджанцы тихо, мирно уйти. Если бы они остались бы, дрались бы до конца. Но паника – самый важный фактор в истории войн. Вот именно паника. А паника везде, она очень сильно реагирует на психическое состояние. И во время войны, и во время мероприятий. Если не паникуешь, все своим чередом, надо думать, разрабатывать и идти дальше. Вот именно паника сыграла очень огромную роль взятие Шуши. В направлении Шоша, это восточное направление, командующий Карапетян. Направление 26, северное, командующий Читчан. Направление южное, Лачина, командующий Самвел Бабаян. Ну, Самвел Бабаян, он один из героев Арцахской войны. Направление Кесалара, северо-западный, командующий Селян Оганян. Бывший наш министр обороны Республики Армения. Со стороны Степанакерта разгромить противника на возвышенностях, укрепить позиции в трех пригородных Шуши, затем уничтожить врага и освободить Шуши. Ну, про боевой строй уже я не буду. Я, насколько помню, вот когда как раз-таки в Шуши было, рассказывали, там местные люди, гиды, в принципе, тоже. Они говорили о том, что вот из-за того, что Шуши был на возвышенности, и он действительно был непокоримым, сверху артиллерийскими снарядами несколько дней, как так его назвали, железный дождь. То есть снаряды на Степанакерт постоянно летели, и трое суток люди находились в своих подвалах, не выходили. Вот этой части мы обязательно сейчас дойдем. Это уже исходная часть после победы. Почему именно важное стратегическое значение имело? Вот по всем направлениям это наши войска продвигались, не теряли много своих солдат. Но тем самым, что у них появилась паника, азербайджанцы ушли из города. Вот именно почему мелкие подробности сейчас все равно как бы не рассказать, и факт оперативного тактического все равно по скайпу или по это уже не объяснить. Это очень маленькие детали, которые если... Ну, я думаю, да, в любом случае нужно интересоваться самому. Да. Мы будем основные части здесь затрагивать, чтобы люди, уже сами проявившие интерес, могли найти информацию. Она в открытом доступе в интернете везде есть, я думаю. Если даже будут вопросы, могут написать, мы им вышлем. Вот утром уже как бы 2:30 началось
это захват Шуши. И уже на следующий день, в час дня, получилось маленькое перемирие. Не то, что перемирие. Сконцентровать своих войск на своих ситуациях, чтобы сгруппироваться и продолжить военные действия. Этим как бы азербайджанцы хотели воспользоваться. И самый главный момент в том, что то, что четырьмя направлениями атака на Шуши толком не давало понимать азербайджанцам, где самый главный удар. Вот именно поэтому они расформировались и не смогли сгруппироваться. И потом уже под натиском армянских войск армяне захватили больницу, и больница Шуши – это уже подступ к Шуши. И в дальнейшем взяли уже крепость, которую в то время удерживали военнопленных. Тюрьму тоже. То есть после этого вот особые отряды армянских сил самообороны вошли в город, и 9 числа наконец-то в Шуши появился армянский флаг. Это была очень-очень радостная весть, потому что 1992 год, это в то время, когда я именно в это время сам понимал, что происходит там. Я был в 10 классе и сидел, учил историю армянского народа, чтобы поступить в институт. И как бы эта весть, что наши взяли радость для армянского народа, мы ликовали бегом, бежали туда-сюда, радость неумоверная. И эти эмоции, когда вот сам понимаешь, что произошло, и взятие Шуши – это огромный вклад наших фидаи, люди, которые свою жизнь отдали за то, чтобы наш народ жил, процветал. Необходимость освобождения Шуши была призвана восстановить неотъемлемое право армян жить на жизнь на своей древней земле, а также укрепить в боях армянских победоносный дух. Тем самым Арцахское движение вступило в качественно новый этап. Настал переломный момент в войне. И независимость НКР стала более чем реальной. Освобождение Шуши имело также экономическую необходимость. По причине внеземной и воздушной блокады дорог, нехватки электричества, газа, питьевой воды, а также бесконечной бомбардировки из Шуши по Степанакерту в прилегающих районах было поражено всей страны. Шуши в эти дни превратилась в огневую точку. Бомбардирующий Степанакерт с ноября 1991 года по начало мая 1992 года из Шуши, Чанхасана, Кесалара, Кайбуба и Степанакерт было выпущено 4740 снарядов, 3000 из которых из системы ГРАД. А система ГРАД – это каждая ракета системы ГРАД, я не знаю, вы видели или нет, 2 метра 20 сантиметров. Один залп, в общем, один КАМАЗ может перевести 12 штук таких. А выпуск из 40 установок, вы представляете, какая мощь стреляет по городу. Каждый снаряд по 3 метра. И этот снаряд валится на город, где живут мирные жители. Вследствие этих бомбардировок погибло 111 и было ранено 320 мирных жителей. Было разрушено 370 жилых домов. И при городе Мардуни, Ходжавер, населенных пунктах Лесной
и других важных селениях Республики Арцах. С этой точки зрения особое значение имела самооборона Капстага 25-26 января 1992 года, когда малочисленному армянскому войску удалось отбросить нападение многочисленных сил врага и уничтожить более чем 8 десятков солдат противника, осуществляющих вылазку из Шуши. Противник, потерявший свое равновесие в целой последующей неудаче, перешел в неорганизованное наступление, совершая грубые тактические ошибки. И, по сути, армяне поставили свою точку в этой тяжелый момент для Арцаха, потому что как бы Степанакерт, это же столица, считается столицей Арцаха, а из Шуши столько градов валится на город, что даже нос не можешь высунуть из подвалов. И вот самое важное составляющее после этого считается то, что после Шуши поднялся боевой дух наших войск, и мы почувствовали запах победы, и после этого сосредоточились на Лачине. После взятия Лачина вот свершилось то, что долгие годы мучило нас. Еще в 18 году советская власть, в 20 году советская власть сделала так, чтобы сухопутной границы Армении с Арцахом не было. Вот 70 с лишним лет мы добивались этой дороги. Лачин с дорогой по Благади Ленинграда. Когда из этой маленькой по озеру машины шли, и в этот голодный Ленинград, который все-таки выжил и тоже победил. Результаты исторического значения военного действия по освобождению Шуши. Блестящее завершение освобождения Шуши, в особенности наименьшее количество потерь и сама длительность, которая вызвала восхищение специалистов военного искусства, явилось следствием храбрости армянских войск, хорошей организации атаки. Вечером 8 марта Вазген Саркисян заявил: то, что происходит в Арцахе, чудо. Указы Комитета самообороны НКР годовщине победы сказано: благодаря огромной работе, тщательной подготовке штаба СС НКР, умелому руководству, взаимодействию, изобретательности командиров всех рангов, а также решительных действий армянских азатамардыков, удалось за 2 дня сломить сопротивление противника и освободить важный со стратегической точки зрения город Шуши. Благодаря освобождению Шуши были разоружены все вражеские огневые точки, а также военные базы Степанакерта ближайших районов. Живая сила противника, техники понесли большие потери. Разработка этого военного действия и его осуществление доказали жизнеспособность военной мысли армянского народа и стали серьезным боевым крещением наших войск. Освобождение Шуши последовало военные действия по открытию коридора Лачина, чем было прервано кольцо Благаты НКР. И две искусственно разъединенные части народа были вновь воссоединены. Была открыта дорога жизни, соединяющая НКР и РА. Эта победа имела также крупное всеармянское значение. Сколыхнулось разбросанное по всему миру армянство. Дело повод поразмыслить о целостности и единстве национальных интересов
вернуть веру в неотъемлемое право свободного выражения мысли и самоопределения. Победа Шуши раскрыла для мировой общественности всю серьезность целей и задач арцахского вопроса. В боях по освобождению Шуши армянская сторона понесла 57 жертв, противник 250-300, 600-700 раненых и 13 пленных. Исходя из исторической важности освобождения Шуши и поворотного его значения в ходе Карабахской войны, в 1994 году учредила медаль за освобождение Шуши. 9 мая ВНКР ИРА официально является днем освобождения и победы Шуши. Шуши поставила точку. Я как историк хочу сравнить взятие Шуши со взятием Сталинграда. Потому что после Сталинграда это было то, что наши в те советские времена вот США и Англия понимали, что после Сталинграда это будет видно. Они хоть и союзники Советского Союза по Антанте, но все равно они ждали. Поэтому второй фронт долго не открывался, поскольку они хотели увидеть немцев и русских в ринге. Кто в этом ринге победит, дальше они хорошо понимали, что произойдет. Именно Шуши я сравниваю как историк с Сталинградом. В Сталинграде советские войска победили, а уже в Шуши армяне доказали свое превосходство и блестяще провели операцию и стали героями Арцахской войны. Шуши – это самый переломный момент войны, получается. Переломный, да, момент Карабахской войны. Город еще называют главным позвоночником, получается, всего Карабаха, потому что да, вот он как раз-таки соединял все места между собой. Ну, в целом, очень интересно было, на самом деле, очень познавательно лично. Извините, для меня. За мой русский, я бы это на армянском достаточно красиво сказал, но у меня акцент такой, я не знаю, насколько у меня получилось на русском сказать это все, но я очень старался. Спасибо большое вам. На самом деле, здесь главное не в том, какой русский, а главное в том, кто говорит и что говорит. Вы все-таки были свидетелем этих событий. Я бы хотел событий. Услышать вопрос, не ответить на них, если есть такие. Многие вопросы я вам задавал, как раз таки, которые были предварительно ребятами сформулированы. Да. К сожалению, я не могу здесь как-то настроить. Я не знаю, тут комментарии как пишут. Видимо, я не открыл их. А нет, открыл. Вон написали. Так, мне прочитать. Вахчун паунармен кецек байц авели шат хайрен кузаи дзезлесель. Что? Гюмрва англичмес. Я вот вижу, что это Анаид написала, учительница. А из картации. Ну, здесь вопрос в другом. Я представляю армянскую воскресную школу, где мы должны говорить на армянском. Ну, поскольку они Армения, это наш очень хороший друг, очень, мы вместе работаем, и формат мира, формат этого... Я вам, я Дело в том, что мы провели формат беседы на русском, потому что, чтобы информация была доступна для многих. К сожалению, многие ребята, которые не владеют армянским языком, не могут самостоятельно изучить, прикоснуться к источникам, поэтому для них мы провели беседу на русском языке, чтобы сохранить в дальнейшем эфир. А ближайшие, последующие эфиры будут на армянском в том числе. Одну минуту. Дай бог мы с коронавирусом разберемся, Анайчан. Я это все на армянском лично вам расскажу, не беспокойтесь. Но, дядя Армен, в целом мы с вами разобрали этапы войны, разобрали непосредственно основные действия, разобрали главные ключевые события, лиц, которые способствовали всему этому, достижению результата. И как следствие,
Нам остается в основном говорить о том, к чему это привело и к какому, ну, к какому мышлению и сознанию мы приходим и пришли. Это на самом деле наша завтрашняя с вами тема, поэтому да, именно да, о ней особо тема. говорить А не будем сегодня. На эту тему. А то мы перейдем на эту тему, потом на завтра не останется материал. А там достаточно глубокий смысл, надо очень четко сказать, определить, как что, как организовать, чтобы вот патриотическое воспитание вот было в среде. Мы все-таки не на нашей родине живем. И каждый факт, чтобы сохранить нашу идентичность, нашу культуру, наш язык, любовь к родине, любовь к семье, к этому завтра мы обязательно с огромным удовольствием будем на эту тему говорить. Спасибо вам, что пригласили меня. Особая благодарность Ане Армении, что, ребята, вы очень хорошо работаете, стараетесь. И как бы я благодарен, что вот нас тоже пригласили, и мы поучаствовали в этом проекте. И очень вам большое спасибо, дядя Армен. Мы эфир сохраним для всех, кто не был сегодня с нами в эфире, чтобы они смогли ознакомиться. И приглашаем также завтра всех на совместный эфир. У нас завтра будет тема национального самосознания. Эфир будет проходить на площадке Zoom, если я не ошибаюсь. Правильно? В Zoom же у нас будет эфир. Я не знаю. Да, да. Мы напишем информацию позже. У нас есть модераторы проекта, они все распишут. Нет, на площадке Инстаграм, вон Люсине пишет, правильно. Завтра будет на площадке Инстаграма, в таком случае ждем вас всех завтра в Инстаграме. А сейчас сохраняем эфир. Всем большое спасибо. Большое спасибо Армену Карышевичу за прекрасный эфир и познания, которые мы получили. Просьба к вам только одна, распространять информацию об эфирах и делиться новостями со своими подписчиками и друзьями. Всем спасибо. Всем до новых встреч.